быстро подняли мяч регбистки армейского клуба. И хороший прорыв от Виктории М, который приводит, как кажется, к еще одной попытке. Да, так и есть. 10-й номер. Виктория М. Продолжают Енисей мяч контролировать. Подбираются они к зачетному полю сборной Дагестана. И прорыв заканчивается попыткой Александра Ифанова. Еще 5 очков приносит команде из Красноярска. И снова в забег по бровке отправляется у нас Алевтина Петрова. Еще одна попытка. Еще одна попытка в исполнении Зеланта. 22-0. Яна Данилова. Ох, как она убрала свою оппонентку. И еще одну попытку ВВА заносит под занавес первого тайма. Пытались они быструю атаку провести, но готовы были регбистки ЦСКА к такому повороту событий. И остановили они наступление Витязя. Мяч переходит под контроль армейского клуба. Тирон, классный прорыв. Алена Тирон сейчас добежит до зачетной зоны. И счет у нас станет 36-0. Еще 5 очков для ЦСКА. На краю подыши! Игрок номер 4. На краю подыши! Оказались представительницы Красноярска. Алина Артерчук здорово здесь сыграла, надежно. И продолжает движение. Столкновение двух игроков Ростова ДГТУ приводит к тому, что еще одну попытку Енисей заносит. Александра Казанцева на этот раз становится автором попытки. Там неудачное столкновение получилось, и два игрока Ростова буквально нейтрализовали друг дружку. Но захват, захват есть. Остановили атаку регбистки Малахита, но не до конца, лишь приостановили ее, потому что заносит Кубань мяч в зачетку. И счет у нас становится 19-12. Игрок номер 16. Команда Кубань. Попытка. Регбистки ВВА на правый край атаку разгоняет. Снова в длинную играют. И удается передачу довести до адресата. И еще один прорыв завершится попыткой. Давай. 43-0. Становится счет. Ну и еще одна реализация последует. Продавливают регбистки Зеланта сейчас оборону, и продавили они ее до занос попытки. Динара Сабитова еще 5 очков приносит Зеланту. 17-5 становится счет. Алина, уйдешь! Иди! Иди! Алина Кузьмиченко уходит от соперницы. Что это? Вторая попытка Ростова будет, да, у нас? Да, есть попытка. 12-0 становится счет. Быстрый розыгрыш. Поднимает мяч с земли Снежана Кулькова. Пошла атака. На руках здорово проходит. И серия финтов уходит от своих соперниц. Дарья Шестакова по центру очередную попытку заносит. Ну, забежала-то она в зачетку по флангу, а вот мяч опустила уже по центру. 17-0. Вылавливает Данилова тяжелейшую передачу и ускоряется. И убегает. Убежит или не убежит? Убегает. И заносит попытку ВВА. У нас на стадионе так... Около табло человек стоит специально. Вот сейчас как будто меня услышал человек. Загораживает время, просто которое остается. А Зеланд тем временем еще одну попытку заносит. 22-7. Эта атака немного получается. Здесь от захвата от одного, от второго уходит. И убегает здесь по бровке от соперников Юлия Руденко. И заносит еще одну попытку для красноярской команды. 10-5 становится счет. Красный Яр выходит вперед. Игрок номер 8. Команда Красный Яр. Попытка.
И могут сейчас хорошую атаку провести. Ух как. Вот здесь, конечно, завалилась просто-напросто Мария Исаева. И легкая попытка для Витязя. Становится счет 26-5. Ждем реализацию. Мяч добрать, и удается у ВВА контроль получить. Еще один прорыв по краю. Ну и здесь попытка, еще одна попытка от ВВА. Что ж, дорогие друзья, спасибо всем, кто вместе с нами сегодня наблюдал за 7-м туром чемпионата России по регби-7.